Бип-бип, человеки, давненько я не выкладывал видосики про наших любимых пушистых героев из Зверополиса, и вот я решил порадовать своих подписчиков. Короче, у меня для вас отличные новости, я решил продолжить выпускать новые истории про Ника и Джуди, о том, как они борются с преступностью на улицах большого города, а также ходят на романтические свидания и занимаются страстной звериной любовью. Но есть один нюанс, YouTube не дает мне выпустить максимально откровенный контент с пошлыми приколами и угарными постельными сценами, даже когда я использовал сильно завуалированные метафоры, это не особо помогало. Почти все такие ролики YouTube у меня удалил, поэтому я принял решение выкладывать все свои новые истории про Ника и Джуди в своем телеграме, вот там точно не будет никаких ограничений, и я смогу сделать именно такой ролик, какой захочу, потому что цензура YouTube на меня давить уже не будет, и я смогу раскрыться на все 100%, и как следует оттянуться. Если вы хотите посмотреть новые ролики с клубничным содержанием про наших пушистых героев, то переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, и в ближайшем времени там начнут публиковаться видосики. Кстати, я уже начал писать сценарий для первой серии, так что чем быстрее вы перейдете в мою телегу, тем быстрее начнут выходить ролики. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы как можно быстрее там набралось хотя бы еще дополнительно 100 человек. Ведь для очень маленькой аудитории нет смысла выпускать контент. Я надеюсь, что вы поддержите меня, короче, подпишитесь на мою телегу, я буду вас там очень сильно ждать. А еще вы можете написать в комментарии под этим роликом, про что конкретно вы хотите увидеть истории. Можете придумать интересующие вас события или персонажей, которые в будущем могут попасть в новые выпуски. Вероятнее всего, что уже в следующем году выйдет Зверополис 2, поэтому Ник и Джуди будут снова популярны. Я их очень сильно люблю, надеюсь, и вы тоже их любите. Короче, я жду вас в своей телеге, всем пока и до скорых встреч. Зверополис 2, горе не беда, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мы фильма мы второго, Зайка Лис, вместе будут по-любому. Зверополис 2, горе не беда, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мы фильма мы...